короче, просили еще показать одно интересное упражнение для кистей. Сейчас я вам в середине тренировочки покажу. Короче, сразу скажу, что таких блинов в Америке нет, поэтому, ребята, покупайте русские блины, поддержите отечественного производителя. Короче, блинчик берете 25, там, если уходить. И движение, опа-опа. Суть, короче, в чем? Как можно выше вытянуть, как можно ниже поймать. Вытаскивай. Возле пола ловит. Возле пола ловит. Understand? А теперь пойдем сделаем тягу. Попробуем сделать тягу. Правильно я показал? Это будущее российских тяжелой атлетики. Запомните их на лица. Снимал все это действо тот самый Леонардо Ди Каприо.